Главный тренер футбольного клуба «Севастополь» Алексей Викторович Горячев. Алексей Викторович, что сегодня получилось и что сегодня не получилось? Не получилось в целом игра. И сразу от всей команды хочу тем болельщикам, которые приехали из Севастополя болеть за нас. Ну, это как не извинение, а сказать, что мы со мной справимся, у нас будет таких, не будет больше таких игр. Молодцы, соперник использовал свои моменты, предложили сразу с первых минут темп, заставили нас сыграть на навал. Как бы это претензии к игрокам средней линии и линии обороны, надо мяч брать под контроль и не бояться работать под прессингом. Во втором тайме было сильно много эмоций. Откуда? От того, что проигрывали или, так сказать, настолько зарядились перерывы, что от этого пошло? Это хороший момент. То есть люди не должны проигрывать или сдаваться как бы после первого тайма. То есть они вышли и хотели выиграть. Поэтому у них эмоции. По функциям не лаживали, по функциям вопросов нет. Есть пара, ну, тактически как на перестраиваться в обороне и по работе с мячом. Вопросы, неправильные решения. Но это, опять же, команде будет выбираться. А то, что эмоции люди сражаются, это хорошо. То есть они не сдают. Сегодня был изменен состав. Вы довольны? Нет, довольны. Будет новое? Это, опять же, это процесс работы. Он просматривается не сегодня, как сыграли, а как люди работают в течение недели. 5 числа будет кубок. Задачи в кубке какие? Выигрывать.